Дорогие друзья, всем привет! Я Евгений Замятин, я рыболов и спортивный судья. Раньше я соревновался и судил соревнования, а сейчас я веду этот канал, и это видео о рыбалке и о зарыблении. Сегодня зарыбляем второе озеро. Да, погода, конечно, существенно испортилась, потому что прежние зарыбления в этом году были ну просто как курорт. Такая погодка стояла, такое солнышко, но сегодня все одеты по погоде, видите, да, уже в шапках, в специальных зимних одеждах, потому что от озера, конечно, веет, это знаете, как от хорошего природного кондиционера. Вода испаряется, и так-то в жаркий-то день у водоема прохладно, а вот в такой денек, ну, посмотрите, вот даже я вам покажу, да и вы смотрите, и вот на деревья смотрите, ветер дует, и по моему микрофону видно, что ветер дует, задувает, но мы в любую погоду, знаете, это как душа у нас поет, а сердце просит. Дело государственное, вот кто-то, конечно, выполняет свою профессиональную работу, и невзирая на погодные условия, мы обязаны дело доделать. А кто-то по велению души, например, я, да, или мы с вами, ребят. Это же наша душа, часть нашей души, рыбалка. Да, это зарыбление для свободной и бесплатной рыбалки. Да, зарыбляем рыбу годовичок, и да, она выживает. Почему выживает? Да потому что то, что рыба обязательной такой навески, например, 20 грамм и выше, или сигалеточек, это все рекомендации НИРО, науки. Наука нам рекомендует то, что рекомендует, все рассчитывает и говорит, что делать и как делать и сколько зарыблять. Вот на основании этих данных, научных исследований и происходит зарыбление. Сейчас ты это все видишь и знаешь, что теперь озеро второе, также из года в год, уже не первый год, зарыбляется. Запускаем живую рыбу для свободной и бесплатной рыбалки в дикий водоем. Уважаемые зрители, рыболовы-любители, особенно рыболовы-любители. Да, и даже в такую погоду, когда дождь и ветер, мы продолжаем зарыблять водоемы рыбой. И едем мы опять с вашим знакомым уже, хорошо знакомым, Михаил Иванович Ихтиолог Межрегионального ФГБУ, глав РыбВод. Так вот, буквально пару слов, Михаил Иванович, мы пока тут едем полевыми дорогами, что не нарушая правил дорожного движения. Пару слов про эту рыбу. Что это за рыба такая, сазан? Что это за рыба? Сегодня мы зарыбляли озеро второе сазаном годовичком. Сазан, средняя навеска, 21 грамм. Рыба замечательная, рыба мелиоратор. Что это означает? Основной ее корм — это грунт, мелиорация. Озеро второе — богатое озеро кормовой базой, поэтому рыба растет быстро. Соответственно, озеро второе является приемной емкостью. Это означает, что никакой профессиональной рыбалки, рыболовства на втором озере не будет. Только любительское рыболовство. Только на удочку для рыбаков-любителей. А вот вы сказали, что обязательно на присутствие комиссии, что даже если нет какого-то представителя государственного органа, то не начнем зарыблять. То есть это какая-то такая установленная форма, это вообще государственное дело? Да, конечно, это государственное дело. Члены комиссии, которые входят непосредственно в комиссию, это представитель Министерства сельского хозяйства, представитель ВНИРО, это у нас наука, и госконтроль рыбоохраны. На данный момент зарыбление производил глав РыбВод. Это компенсационное мероприятие, компенсационное зарыбление. Михаил Иванович, уже рыбакам-любителям через сколько лет, или два года, полтора год, ждать уже рыбку с 30 сантиметров, чтобы она выросла, чтобы ее можно было ловить? Ну, на втором, думаю, наверное, года три нужно подождать. Но это же не первое наше зарыбление. Мы уже зарыбляли в прошлом году, поэтому та рыба, которую мы зарыбляли в прошлом году, ее осталось подождать всего лишь два года. На этом мы не останавливаемся. В дальнейшем будут зарыбления. Планируется второе озеро еще в этом году зарыбить белым амуром и сазаном тоже. Поэтому мы еще приедем на второе зарыблять. Михаил Иванович, огромное спасибо, что вы нам расшифровываете все вот эти тонкости, нюансы и делитесь самой нужной, полезной информацией. Пожалуйста.
Всегда рады для рыбаков, любителей. Но мы надеемся на ваши комментарии и пояснения еще на будущих зарыблениях. Хорошо. Говорили, что Кирилл Евгеньевич приедет. Кирилл Евгеньевич уехал в Красноуральск, снеговиков припить и снега. Серьезно? Да, там вот так снега. Где здесь? В Красноуральске. В Красноуральске, Михаил. Там вот так снега нем. Ну, у нас тоже сегодня с 2 часов обещают. Ну, завтра. С 12 до 2 дождь, и потом снег. Дорогой друг, уважаемый зритель, рыболов-любитель особенно, да. Вот на твоих глазах только что прошло зарыбление озера Второе рыбой сазан. Запустил глав рыбвод в составе комиссии Министерства сельского хозяйства, рыбоохрана, наука, глав рыбвод. Все это дело зафиксировано досконально, четко и надежно. Да, теперь ты знаешь, что несмотря на погодные условия, но количество водоемов, и рыба, и количество рыбы, ассортимент видов рыбы, все увеличивается для свободной и бесплатной рыбалки. Это зарыбляется в рамках компенсационных зарыблений, то есть предприятие, которое наносит природе ущерб или вред, рассчитывает наука этот ущерб и пересчитывает, сколько же этой рыбы надо, чтобы компенсировать такие ущербы. И предприятие с удовольствием такие мероприятия проводит для того, чтобы в итоге мы с вами также получали радость, друг мой, радость. Поэтому это еще один повод, я тебя призываю подписаться на канал, поставить лайк. В комментариях любой вопрос задавай, на любые вопросы по теме я отвечаю. А мы с тобой встретимся у меня на канале и на рыбалке.